Доброе утро, друзья! 17 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, Международный день кредитных союзов, Карва Чаут – традиционный фестиваль замужних женщин в Индии, Ерофеев день в народном календаре, с Ерофея холода сильнее, говорили на Руси. Знаменательное событие. 1831 год. Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию. В 1902 в Детройте выпущен первый автомобиль марки Кадиллак. Свое звучное название компания получила в память об Антуане Деламот Кадиллаке, основателя города Детройт. В 1945 году Кёнигсберг включен в состав СССР. 1990. Открыта крупнейшая в мире база данных о фильмах, телепрограммах и компьютерных играх IMDb – Internet Movie Database. Родились в этот день. 1972 год. Таркан – турецкий певец, автор, исполнитель и продюсер. И Эминем – американский рэп-певец, актер и музыкальный продюсер. В 1979 родился Кимми Райконен, финский автогонщик, пилот гонок Формулы-1. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 19 часов 10 минут по московскому времени 19-й лунный день. Считается, что день несет в себе тяжелую, напряженную и опасную энергетику. Она просто витает в воздухе. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы максимально сохранить равновесие, будьте внимательны к удержанию состояния покоя. Оглянитесь назад, вспомните, с кем вы были несправедливы и кто причинил боль вам. Простите обидчиков и попросите прощения у обиженных. Именно так в этот день можно исправить ошибки, совершенные в прошлом, которые искажают наше настоящее и создают проблемы. После 19 часов 10 минут 20-е лунные сутки. Очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений. Энергетика этих лунных суток дает вам силу для духовного роста. Это день победы над собой. Энергии понадобится немало, поэтому не надо ее расходовать попусту. Сконцентрируйтесь на самой важной цели, и препятствие будет взято. Только не слишком возгордитесь от этого. Вот такой он 17 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!